как же, тебе же обязательно. Ну, спасибо. Ну, праздник же. Праздник же. А то я разбудила сон. Свой народ надо спасать. Вот в чем дело. А то получается так. Они все равно помощи не поняли. Сами помощи они не понимают человеческого отношения. Видите, что творится? Бегают москали на что-то, на геляку, на ножи и так далее. Зачем нам это нужно? Надо попелище сделать. Пепелище, а вы про эту, которая... Про дуру. Ага, про эту дуру. Эта дура Тимошенко сама уже не знает, что говорит. Кстати, имела более-менее, если реальные шансы, сейчас она их уже не имеет. Потому что, если она будет убивать на юго-востоке русских с помощью ядерного оружия, кто за нее будет голосовать? Правильно? Вот это все чепуха. Конечно, она ни с чем нет, а то это идиотизм. Но она сейчас, если мы ее попросим, она нам конкретно разложит, я знаю. Поэтому, в общем... Машину признал за продукты с помощью Донецка. Да, ну, Россия помогает. Да нет, Россия им, конечно, помогает. Россия им помогает всем, чем возможно. Только не все там понимают, что мы им помогаем. Правильно? Помощь, они кажутся, им кажется, мы им помогаем, потому что мы слабые. Мы наоборот, потому что сильные помогаем. Нам есть, они, украинцы зря думают, нам свой народ кормить надо, своих проблем хватает. А россияне помогают, а вот хунта не помогает. Хунту еще научат, хунта скоро не будет. Да, там вон вчера на площадь, они просто дерутся между собой. Я хочу сказать, что Крым себя очень быстро отбивает. Вот сейчас уже Москва несколько раз говорит, что Краснодарский край не в силах этот поток туристов, которые приехали на 4 дня, следующие там праздники, да, не в силах их всех вот отправить. За 2 года, даже за 1.5. Нет, сейчас подремонтируют дома отдыха, санаторий. Не, я согласен. С Крымом вопросов нет. Крым всегда был российским. Конечно. Все, с этим вопросов нет. Нет, и что мы тратимся на них, но они себе быстро хватают. Ну что ж.